Современная ствольная артиллерия сохраняет ведущее место в огневом подавлении противника. Однако расход снарядов, количество привлекаемых орудий и время выполнения боевых задач остаются все еще значительными. Сокращение расхода боеприпасов и времени выполнения боевых задач может быть обеспечено только при стрельбе с высокой точностью. Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения», имея большой опыт в разработках высокоточного управляемого вооружения, впервые решило эту проблему для артиллерийских систем калибров 152 и 155 мм созданием артиллерийского снаряда «Краснополь» с лазерным полуактивным самонаведением на цель. Опыт применения управляемого снаряда «Краснополь», в том числе в боевых условиях, говорит о его уникальном свойстве – высоких маневренных возможностях. Это позволяет поражать цели во всем диапазоне дальностей первым выстрелом без пристрелки. Указанное свойство комплексов с лазерным подсветом целей обеспечивает ствольной артиллерии принципиально новые качества. Возможность замены традиционных способов обстрела по площадям стрельбой по отдельным малоразмерным целям с высокой вероятностью их поражения. Стрельба по групповым целям, расположенным на значительном удалении друг от друга, на одних и тех же установках, рассчитанных относительно центра группировки. Стрельба при отсутствии или при сокращении метеобаллистической подготовки. Поражение движущихся целей. Метод наведения управляемых артиллерийских снарядов на цель с реализацией взлетно-пикирующих траекторий обеспечивает их попадание в цель сверху, в наиболее уязвимую проекцию, что в сочетании с мощной осколочно-фугасной частью позволяет поражать как бронированную технику, так и сильно укрепленные инженерные сооружения. Высокие боевые возможности управляемых снарядов с лазерным полуактивным самонаведением выдвинули задачу создания таких снарядов для артсистем батальонного звена калибров 120 и 122 мм. Большой практический опыт и научно-технический задел позволили КБП создать практически универсальный, единый артиллерийский управляемый снаряд для самоходного орудия типа 2С9, 2С23, калибра 120 мм, управляемый артиллерийский снаряд «Китолов-2». Для гаубицы Д-30, самоходной орудийной установки 2С1, калибра 122 мм, управляемый артиллерийский снаряд «Китолов-2М». И для гладкоствольных и нарезных минометов калибра 120 мм, управляемый артиллерийский снаряд «Грань». Управляемые снаряды комплексов по конструкции и по принципу действия идентичны, поэтому состав снаряда рассмотрим на примере снаряда «Китолов-2М». Управляемый снаряд «Китолов-2М» состоит из отделяемого в полете защитного блока оптики, лазерной полуактивной головки самонаведения, аэродинамического автопилота, работающего на энергии набегающего потока воздуха, боевой осколочно-фугасной части, реактивного двигателя и блока стабилизатора. Длина снаряда 1200 мм, его масса 28,3 кг, масса боевой части 12 кг. Осколочно-фугасная боевая часть с могуществом не ниже штатного снаряда обеспечивает эффективное поражение широкой номенклатуры военной техники и инженерных сооружений. Выстрелы комплексов «Китолов-2» и «Грань» имеют схему картузного заряжания, а «Китолов-2М» — схему раздельно-гильзового заряжания. Для комплексов «Китолов-2», «Китолов-2М» и «Грань» используются лазерные дальномеры-указатели 1D20, 1D22 или 1D26. Минимальная дальность стрельбы комплексов «Китолов-2М» — 2 километра. Максимальная — 13-14 километров. Первая готова! Дальность стрельбы комплекса «Грань» от 1500 до 9000 метров. Боевое применение комплексов «Китолов-2», «Китолов-2М» и «Грань» обеспечивается штатными артиллерийскими подразделениями и не предъявляет дополнительных требований к оборудованию огневых и наблюдательных пунктов. При этом метеобаллистическая подготовка упрощается. Например, для стрельбы на дальность 5-6 километров достаточно иметь топографические координаты огневой позиции и цели.
Рассмотрим тактические возможности разработанных комплексов при стрельбе с закрытых позиций. Наличие в подсветчике и снаряде 4-литерных частот позволяет одновременное наведение 4 снарядов на 4 близко расположенные цели при подсветке каждой своим целеуказателем. По сильно укрепленным целям и объектам может вестись залповая стрельба нескольких орудий при подсветке целей одним целеуказателем. Возможность наведения снаряда в верхнюю проекцию цели обеспечивает поражение такой трудноуязвимой цели, как танк в окопе, живой силы, находящейся в укрытии. Высокие маневренные возможности снаряда обеспечивают попадание в движущуюся цель со скоростью 20 метров в секунду. Применение комплекса «Грань» особенно эффективно при стрельбе в горных условиях, лесистой местности, населенных пунктах. Высокие боевые качества и тактические возможности разработанных комплексов «Киталов-2», «Киталов-2М» и «Грань» решают проблему сокращения количества привлекаемых орудий, расхода боеприпасов и времени выполнения боевых задач. Для сравнения дадим таблицу военно-экономической оценки комплекса «Киталов-2М». Для поражения взводного опорного пункта батальонной артиллерии необходимо израсходовать 2000 штатных снарядов за время 50 минут. При этом собственные потери составят 23%. Для поражения взводного опорного пункта батареи с управляемыми снарядами понадобится всего 12 управляемых снарядов «Киталов-2М». Время для подавления опорного пункта составит 3 минуты. При этом собственные потери отсутствуют. С применением управляемого артиллерийского вооружения «Киталов-2», «Киталов-2М» и «Грань» артсистема батальонного и полкового звена становится на более высокий, качественно новый уровень решения боевых задач в своей категории. Фирма «Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения» имеет большой опыт в разработке высокоточного управляемого вооружения. По всем вопросам интересующийся заказчик вооружения может обратиться непосредственно в Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения», город Тула.